просыпаешься утром и думаешь: буду хороший, буду всем улыбаться, любовь и тепло излучать. Буду корм выносить для бездомных собачек и кошек, а в критических случаях думать и мудро молчать. Убеждаешь себя, мол, отныне не буду метаться, обижаться, кокетничать, злиться, ругаться, вопить. Буду делать зарядку и день начинать с медитации, минералка лечиться и деньги на отпуск копить. Упадешь, обессилев, зароешься сладко в подушку. Проведенному дню, как обычно, подводишь итог. 28 обид, 2 смертельных и 40 с подружкой, 5 значительных вздохов и 3 демонстрации ног, 18 ехид, 36 шепоточков вдогонку, 9 сплетен, 3 кофе, которых не стоило пить, 7 бессмысленных трат, 205 замечаний ребенку и одно, но большое, желание кого-то убить. Засыпаешь и думаешь: завтра, конечно, хороший. Застилают сознание рваные сны облака, где-то в сердце скребут лотки голодающих кошек. Ничего, ничего, не забыть бы купить молока.